У нас по-прежнему продолжается лето. О, мебель выбросили. Сейчас, наверное, на солнце-то точно 25 есть. А я иду работать. Метров через 300 моя работа. И начнется она ровно 10:45. Ну вот, прошло сколько времени? Ну, час 15. Я уже закончил работу. Сегодня была накладка. Пришла переводчица, другая. Но мои-то переводы были распланированы 2 месяца назад. Так что пришлось ей уйти. Заплатят нам обоим. Торговый центр, где я оказался после перевода. Вон вообще огромный тут. Вот там марихуану продают, где написано SQDC. SQDC. Société Québécoise. Каннабис. Бекское общество каннабиса. Вот дожили до чего. Наркотики стали легальными.